Инициатива о создании общественных палат в каждом муниципальном образовании, помимо существующих на федеральном и региональном уровнях, была выдвинута еще осенью прошлого года экс-губернатором Московской области Сергеем Шойгу. Андрей Воробьев, временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья, заявил, что к 1 марта 2013 года общественные палаты должны работать уже во всех муниципальных образованиях региона. Чем больше общественных институтов у нас будет, тем понятнее, прозрачнее будет для общества деятельность власти. Первое пленарное заседание Общественной палаты Ленинского района, созданное по рекомендации областного правительства, открыл Сергей Кошман. Глава районной администрации напомнил, что в муниципальном образовании с 2007 года активно работает Высший координационный совет общественных объединений из 45 представителей, в том числе политических партий и общественных организаций. Новый орган общественного контроля создан по другому принципу и станет обладать большими полномочиями. Ваш основной документ, с которым вы будете оперировать в своей деятельности, это положение. Так как вы не являетесь юридическим лицом, вы являетесь общественной организацией, здесь у вас все строго прописано. И, поверьте, у вас полномочия, которые здесь вам прописаны, они практически совпадают с полномочиями Совета депутатов района. В состав общественной палаты на добровольных началах включены предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения, культуры, промышленности, общественных организаций. 7 из них были утверждены главой района, столько же районным советом депутатов. Остальные 7 были избраны во время заседания. Все они – жители Ленинского района. Избраны очень достойные, очень неравнодушные люди в состав общественной палаты. И я убежден, что их работа, наша совместная работа будет полезна жителям Ленинского района. Первое заседание было посвящено организационным вопросам. Председателем палаты общим голосованием присутствующих был избран руководитель военно-патриотического клуба «Застава» Владимир Ивлев. Предстоит большая работа, тем более в связи с последними событиями, что, как говорится, активизировалось общественное мнение в районе людей, и всячески появились организации, которые отстаивают так или иначе мнение людей. Мы, наверное, все-таки созданы для того, чтобы этих людей консолидировать в одном месте, выслушивать их и доносить до нашей власти действительно мнение, желание наших людей Ленинского района, которые здесь живут, трудятся. Работа районной общественной палаты должна послужить ориентиром для создаваемых в настоящее время общественных палат поселений, отметил в заключении встречи Сергей Кошман. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.